Мы, члены Международного совета по науке и коммерциализации, оцениваем инновационность проектов, потенциал, научные, коммерческие аспекты, также предлагаем участникам бюджет проекта. Распределением суммы грантов мы не занимаемся. Я хотела бы подчеркнуть, что критерии, которые мы устанавливаем, зависят от типа проекта. Например, если мы возьмем направление «инклюзивные инновации», то здесь, естественно, мы рассматриваем инновационность проекта в первую очередь, инклюзивность для общества, квалификация членов команды, работающих над проектом. Мы до нашего визита в Казахстан провели предварительную оценку в своих странах, работали удаленно. И на портале в режиме онлайн проверили все заявки. Все заявки были рассмотрены, все работы оценены. Этап презентации – финальный этап оценивания, где мы при встрече с грантополучателями можем обсудить подробности и детали проекта. On the type of grant, we have different criteria.